Освежающий и ароматный лимонад из каркаде в летний сезон придется как раз кстати, особенно в знойный полдень. Приготовить его и охладить можно с утра, выдерживая в холодильнике и подавая со льдом. Ароматный напиток из каркаде с яркой кислинкой – это лимонад. Готовится он буквально за 5-10 минут, но требует охлаждения перед подачей в жаркий летний день. Помимо вкуса, лимонад еще и очень полезный. В холодном виде он понижает давление и нормализует обмен веществ. Вода – 1 литр. Лимон – 0,5 штуки. Каркаде – 2 столовые ложки, сушеный. Сахар – 3-4 столовые ложек, по вкусу. Лед – 5-6 штук. Количество порций – 3-4. Подготовьте указанные ингредиенты. Сушеный чай каркаде всыпьте в кувшин или в банку объемом 1 литр. Выбирайте чай сладкого сорта, чтобы не пришлось добавлять много сахарного песка. Вскипятите воду в чайнике и залейте ее в емкость к каркаде. Оставьте на 5-10 минут, чтобы жидкость впитала в себя цвет, вкус и аромат сушеных бутонов роз. В теплый чай добавьте сахарный песок по вкусу и тщательно размешайте. Половину лимона нарежьте ломтиками, из второй четвертинки выжмите сок в емкость. Остудите напиток в холодильнике, при подаче выложите в него лимонную нарезку и кубики льда. Перемешайте и попробуйте на вкус. Подайте лимонад из каркаде охлажденным, разлив в стаканы, чашки или в коктейльные банки. По желанию украсьте емкости ломтиками лимона или свежей мятой.